Всем добрый день, дорогие друзья! Сегодня будем делать с вами салат оливье. Что нам для этого понадобится? Вареная картошка. Я заранее все уже сварила. Вареная морковь, вареное яйцо, зеленый горошек, соленые огурчики, колбаска, майонез. Ну и я всегда добавляю зелень. Ну что, приступаем?
Вот такой вот вкусный салат, дорогие друзья, у меня получился. Если вам понравилось, то оставайтесь с нами. И сегодня приготовила, как вы видели, свой домашний майонез. Спасибо за рецепт. Очень вкусный. Всем приятного аппетита. У нас уже вечер. Меня многие просили показать хлеб мой в разрезе. Кстати, я там вчера еще вечером вот такую вот булочку хлебушка испекла. Это в маленькой форме, которую помните. И вот такой вот он у меня в разрезе. Это уже подсох, правда, немного. Ну вот. Вот другая булка хлеба, тоже в разрезе. Хлеб вкусный получается. Сейчас я вечером уже пойду в садик. Мне надо сходить забрать Мариночку. Зайти в магазин посмотреть молоко. Побольше набрать, чтобы завтра мне тесто на булочке поставить. Потому что утром я то, что покупала молоко, дети махом все выпили. Не знаю, кольца одеть. Я с вчерашнего дня кольца не одевала. Представляете? Вот такая вот. Ладно. Всем всего самого хорошего. Я пошла в садик. И потом будем что-нибудь с детьми делать. Мне надо снеговика сделать в садик на конкурс. И вот все думаю, 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 с чего мне его сделать. Ладно, оставайтесь с нами. Пришли мы уже с садика. Зашла я по пути в магазин. Купила 5 литров молока и 2 литра кефира. Кефир по 45, по-моему, а молоко по 36 рублей. Потому что меня иногда спрашивают цены, поэтому я вам говорю. Ладно, вот такой вот у нас вечер. Что-то у меня тут прям мне не нравится, как под скатеркой какой-то мусор попал. Вытираешь постоянно. Сейчас Света со школы пришла уроки сделать и будет посуду мыть. Ее на очередь. Сегодня ничего такого не снимала, только вот как салат оливье делала. Надеюсь, вам понравилось. Если вы как-то по-другому делаете, то напишите мне обязательно тоже. Для меня это будет очень важно. Ладно, занимаемся дальше делами. Я знаю, что сейчас многие напишут: Настя, ты забыла в оливье добавить горошек. Я не стала добавлять, потому что у меня не все едят горошек. И тот, кто захочет, он себе отдельно положит горошек. Ну, вот так вот. Я обычно вот так вот делаю, ну вот, потому что, ну, не все дети едят горошек. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита, ну, а я тоже пойду поем. Thank you.